нормально. Собирались тут на прогулку идти. Наш малыш проснулся, давай всех будить. Думала вывести его до того, как всех разбудит. Ну, не знаю, девчонки, по-моему, вверху еще спят. Тринку первым делом сбудил. Пацанов. Сейчас Дани тоже выходит, пойдем погуляем. Габриэл пошел на правшки. К этому дому, где интернет. Говорю, я иду длинным путем. Здесь красивее, видите. Везде листва. А он под этими домиками на колесах пошел. Он быстрее просто перерезает. Вижу, что домики к выходным все больше и больше людей арендуют. У нас больше соседей появилось теперь. О, птицы. Как красиво. Oh, Joshy, that's a part of the games that Daddy's playing. Wow! Уже приготовили завтрак, уже покушали. Я мою посуду. Здесь, конечно, мыть посуду. Маленькая, единственная маленькая раковина. Это моешь, здесь это все слаживаешь. Потом надо воду убрать, все полоскать. Места нету, конечно, кухня масенькая. Но, по крайней мере, есть кухня, да? Это уже хорошо. Так что жаловаться не будем. По крайней мере, это отдых как не совсем лагерный. Здесь все есть, знаете, душ есть, туалет есть. Канализация есть. Вода есть. Все условия, кондиционер. Потому что дикарем я, конечно, с детьми, тем более, не-не. Так что, ладно, пошла продолжать работать. Габриэл тут заметает пока. Тринка ест. Девчонки наверху сейчас. В общем, вчера Джилет заметала, сегодня Габриэл. Завтра пусть Анжелик готовится. Мы с Дяшком опять гуляем. Думаю, пусть подышит немного свежим воздухом, пока он еще свежий. Ну, в тенечке свежий. И потом попытаюсь его найти сейчас положить. Ложить спать. Может, со старшими детьми пойдем на тропу. Тут есть тропа для ходьбы. А там, думаю, поедим ланч. И Дэнни поведет их опять в аквапарк. Пока я с младшими. А вечером уже мы пойдем в аттракционный парк. Старшие пойдут со мной. Потому что я лучше... Для меня аттракционы лучше, для Дэнни лучше аква развлечения. Мы вчера вернулись очень поздно, в 11 часу, но довольны. Свежий воздух сработал. Короче, малыш заснул, Дэнни сделал сэндвичи детям, и я говорю, кто хочет со мной пойти на прогулочную тропу, и никто не захотел. Дэнни сказал, я пойду. Так что мы сейчас с Дэнни пойдем гулять по лесу немножко. Терила. Nice rails. Natural. Oh, that's two different trails, apparently. Because I've seen another one back. Yeah, where's an easier one? Well, let's go this way. It's probably will get us there. It's still gonna be hill. I guess there's plenty of that over at the. Still a dollar city, yeah. Well, over at the water times, you climb the stairs. Oh, that's true. I did okay. Choo-choo train. Мы пошли на другую тропу. Should have put this sandwich in the fridge and ate when I got back.
Now I ate, I'm gonna be walking, I'm gonna have to end up going poopy. Нашли тут волосатые какашки. Дэнни говорит, что это горные коты, горный лес, рысь, вот такое. Could have been something pooped it out that ate something else too. Uh-huh. А, да. Ну, в общем, думаем, идти нам или не идти. Coyote ate a rabbit, and you know. А, говорит, возможно, может кто-то, скажем, койот съел зайца и выкакал. Ну, короче, все равно надо подумать, хотим мы туда идти или нет. Ну, вот видите. Вокруг нас лес. Lots of trees. Нашли тропинку, которая не горная такая. Чтоб... Надеюсь, что она нас выведет, чтобы наверх не идти. Окей. Похоже, я хожу по паукам, по паутине. Принесу домой. Не снимает паутину, а то мы уже по паутине прошлись. Почти уже дошли до конца. No wind. О, я. Ага. Дэнни освободил нас от паутины. Там такой овраг. It's like goes really down over there. I wonder if there's a river or anything like that. Probably not. Uh-huh. No, probably not this time of the year. Yeah. Какая жарень у нас началась. Не знаю, шоколадка у меня есть. На рту только что села. Идем в бассейн. В общем, иду младший в бассейн. Дэнни со старшими уже и в аквапарке достаточно. Не знаю, наверное, полтора часа. Я малышу дала отоспаться. Мы перекусили и идем в бассейн. Жарко, я думаю. Я в этот раз с удовольствием залезу в воду. Ну, по крайней мере, я рада, что я не в аквапарке. В аквапарке там нету деревьев, не как в аттракционном парке. Вчера в аттракционном парке с деревьями и был просто капец даже. Мы так горячо было, так было. О, вообще, замучились мы. Ну, мы пойдем вечером. Вы явно поняли, что я возбуждена об этом, да, я уже несколько раз об этом говорила. Они написали, что они уже закончили, едут, остановились купить Frosties Wendy's, такой десертик. А мы в бассейне были, я еще в бассейне, ну вот еле-еле. Короче, мне пришлось тащить малую и коляску толкать, потому что она наотрез отказалась выходить из бассейна. Хоть я говорила, папа тебя поведет опять. Нифига, да, Джоша. В общем, варю макароны. Сейчас у меня тут креветки надо высунуть. И равиоли разогреть. Такие баттерфлай. Бабочки-креветки. Надо почитать. Так, макароны с сыром у меня уже готовы. У меня уже чашек работает. И тренька тоже над ними. Также разогреваю равиоли. И в духовке у меня креветки. Так что почти все готово.